Привет, друзья! С вами вновь Максим Печенин, и это наш очередной видеодневник о том, как мы испытываем мотобуксировщики Ростин. Ребята, вы обратили внимание, на чем я сижу? Да-да, это пластиковое кресло. Знаете, насколько оно удобней? Многие наши подписчики отмечали такой интересный факт, что если сидишь на доске, на ровной доске, вот в этом прицепе, и у тебя, простите, мокрая попа или в снегу, или в грязи, то вместо того, чтобы повернуть весь мотобуксировщик, ты начинаешь сам ползти медленно по этой лавочке. Наши инженеры и конструкторы придумали интересное решение этой проблемы. Вот такое вот пластиковое сиденье. В данный момент оно расположено на передней лавочке этого прицепа. Но легким движением руки оно переставляется на центральную лавочку прицепа. Почему это удобно? Потому что иногда удобнее управлять прицепом с более коротким дышлом. По грязи ехать или хочется просто стоя стоять в этом прицепе, или тебе нужно сидеть так, чтобы твои ноги были в прицепе. Например, надо вам вброд перебраться через какую-нибудь реку. Пожалуйста, переставляйте сиденье вот таким образом, укорачивайте дышло и можете комфортно плыть по любой водной преграде. Вот так, друзья мои. Ничего сложного в этом нет, а удобство использования мотобуксировщиков на высоте. Насколько удобно, ну оцените сами. У этого сиденья ярко выраженная боковая поддержка. Из-за этого, когда ты поворачиваешь руль мотобуксировщика вправо или влево, сам ты не уезжаешь в противоположную сторону. Сиденье накрепко держит тебя по бокам. Это очень удобно. Само сиденье выполнено из такого же ударопрочного пластика. Кроме этого, для удобства транспортировки это сиденье может быть сложено вот таким вот образом. А? Ну как вам? Ну а если совсем оно вам не нужно, вы можете его просто снять и положить, да хотя бы даже в багажник. Это был обзор нашего нового сиденья мотобуксировщика Ростин. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш канал прямо сейчас, нажимайте колокольчик, и тогда вы не пропустите ничего нового и интересного. С вами был Максим Печенин. Пока!